Из каких двух частей состоит документ? Из первой части. Тихо, пожалуйста. Первая часть содержательная, вторая реквизитная. Отлично. Раз в неделю учащиеся двух школ, Молоковской и Развилковской, отправляются на занятия в колледж Московия. Здесь у них есть возможность получить профессиональное образование. В советское время широко практиковалась система УПК – учебно-производственных комбинатов. Здесь, в профессиональном колледже, в нынешнем году появилась подобная практика. Согласно федеральной программе «Путевка в жизнь», которую мы реализуем по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, мы открыли в этом году двери для школьников, для восьмиклассников. На сегодняшний момент в колледже предлагается два направления – секретарь руководителя и агент банка. Ребята будут осваивать специальность консультант банка, они будут изучать банковские продукты, они смогут за 3 года освоить и продуктовую банковскую линейку, и овладеть навыками обслуживания клиентов, то есть стать полноценными банковскими специалистами. Катя Данилова, ученица Молоковской школы, выбрала для себя специальность секретарь руководителя. Эта специальность интересна тем, что мы научимся составлять разные документы, оформлять и многое другое. Вместе с ней секретарем руководителя хочет стать и Настя Орехова. Хотя в будущем девушка мечтает выучиться профессии другого направления. Я думаю, по жизни абсолютно каждому нужно иметь умение работать с любыми документами и составлять их. Все понятно на занятии? Пока что дается трудно, но все же, думаю, если постараться, получится. 3 года длится обучение, после которого ребята получат документ об окончании. Пока изучают теорию, но впереди всех ждет практика, как на территории колледжа, так и у работодателя. Программа была разработана под них специально, согласована, соответственно, с Министерством образования Московской области. Вот, и при этом мы даже согласовывали свои программы по направлениям с работодателями. Ольга Аносова занимается с ребятами уже 2 месяц и уверена, что 13-14 лет – самое время начинать осваивать профессию. Попадая в здание колледжа, ребята чувствуют себя взрослыми и к учебе относятся серьезно. И пусть при поступлении в колледж Московия у них не будет учитываться обучение, но руководство учебного заведения уверено – знания станут хорошей базой для каждого. С учетом полученных знаний ребята однозначно будут обучаться на более высокие оценки, нежели другие абитуриенты. Таким образом, колледж, можно сказать, готовит себе еще и будущих студентов. Татьяна Брылова, Евгений Садовский, Елена Кошелева, Видное ТВ.